Ну, здравствуйте! Мне кажется, то, что мне снова нужно много чего объяснить. Но перед этим надо набрать бабецкую команду и мужицецкую команду, естественно. Бабы, заходите! И пацантре тоже заходите! Ну и где я? Мальчики, мальчики сюда! Девочки, девочки в другую сторону! Катя, ты попутала с мальчиками в другую сторону! Девочки! Электропиписька, пупок, хлебобублочный коктейль, я и, ну, как вы видите, здесь у нас бухое винишко. Аня, кто меня ударит, получит жбаном по бану. Стасик, жбан по бану. Там у нас пюрешка, там у нас анчоус, катеридзе и бухое винишко. Тут мы все поняли. Все, все, все понятно, понятно? Ну, тогда давайте стрелку. Вперед, пацаны! Это у нас, как уже традиция, каждую серию стрелку забивать бабам. Валим, валим пюрешку, валим пюрешку! Я хочу убить кота, я хочу убить кота! Он не кот, он пупок, запомни, Катю! Ладно, все, хватит! А то прикиньте, мне кажется, сейчас кто-то на меня смотрит, и он до сих пор не знает... Хватит, электрописька, все! Кто-то на меня смотрит, и он до сих пор не знает, какие же правила у данной рубрики. Я сейчас быстренько объясню. Команда баб, команда пацанов. А у нас весь мир состоит из мани-мани-мани, то есть из бабосиков. Все текстуры одинаковые. Что дерево, что камня, что железо, что даже изумрудов и алмазов. И какая наша задача? Каждая команда должна обезопасить своего командира. У пацанов я командир, у баб вот эта командирша, вот это Екатеринбург выхухляцкий. А как обезопасить? Скрафтить железный нагрудник. Та команда, которая первая находит 8 железа, ну или может больше, там она может еще панталоны железные скрафтить, та команда и побеждает. Так, я нифига не умею, просто как бы тут новенькая команда, да, ни Мии, никого нет. Вот, поэтому я просто ищу железо, вы мне все делаете. Вот такая моя задача, ага. Ну, басоска. Пацаны, вы что там уже нашли? Опа, опа, опа. Так, это наша точка. Если что, бабы, вы сюда даже не лезьте. Все готовы? На счет 4. И самое главное правило. Можно убивать друг друга и можно воровать железо. В смысле? Правила новые. А то под предыдущей серией там, короче, все пацаны начали писать. Фу, Эдисон, ты там что бабам подаешь? Эдисон, я от тебя такого не ожидал. Как бы... Ты там не умничай, я как с этой девушкой дома живу, и если что, то она мне больше сырники готовить не будет, поэтому... Нельзя воровать! Не воруй, жулик! Но у нас можно воровать. На счет 69 начинаем! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 69! Погнали! Быстро! Пацаны, как вы знаете, сначала вот эти бабосики добываете, а потом другие бабосики добываете. В первую очередь нужно бабосную кирку друг другу сделать, а потом уже каменную. Опа, опа. Ты шо? Песок, это мне не надо. Собака, ты посмотри на нее, она сразу же на меня набросилась, ударила меня по башке. Ой, анчоус, доиграешься. В этой серии мы выиграем, а не вы, как вы в предыдущей, поэтому пеняйте на себя, девушки, пеняйте на так, себя. Так, девочки, примерно в эту уже секунду мне Мия уже должна была пронести кирку, я ничего не поняла, где? Где моя кирка? Вы посмотрите на нее. Стасик уже что-то там сделал. Кому кирку? Держите кирку деревянную. Экспонаты, что там делал? Мне нужна кирка! Это что такое? Подожди, я что, уже железо нашел? Что это такое? А, это уголь. Пацаны, если что, фиолетовый это уголь. Запомните. А это что такое? Ага. Спасибо, что подсказал. Кто? Кирку мне кто-то принес? А, молодец. Ля, вы посмотрите. Картофанка! Все, иди в баню. Мы разделим эту шахту. Ты дурак? Кто там что-то сделал? Кто? Взорвалось. Пацаны, у вас там все нормально? Я вам говорил, не лезьте сюда, вы что туда полезли, Дуримонды Петрович? Так они там все взорвали, к чертовой ба... Ой, божечки. Вы там хоть живы? Оу, смотри, пупок изумруд нашел. Вот если бы мы сражались на изумруд, тогда бы мы уже сразу затащили. Ребят, я такая тупая. Во-первых, я под завалами виска, и меня убивает, а во-вторых, я украл чей-то верстак. Ну, Кай, ну нельзя быть такой самокритичной, ну ты не тупая, просто немножко тупенькая. Да пацаны, да хватит гаситься, да я вам еще раз говорю, если я сказал то, что можешь драться, это не значит то, что не нужно железо искать. Ай, пописяки, сейчас кто-то бан получит. Девочки, а вы шахту-то нашли? Я могу к вам идти, нет? Я вообще запуталась. Кать, можешь ко мне идти, если хочешь?
Так, подожди. Мне вот этот верстак нужно сгонять за верстаком сгонять, я пока буду искать здесь железо. Быстро, пацаны! Девочки, дайте мне кирку новенькую, мало мается моя старенькая. И вообще, где железная? Дайте железную, или вы еще не нашли? Какую железную? Ты там случайно губу не раскатала? Каменную, может, а не железную? Всё. Ну, в смысле, каменную, да. А где шахта-то наша? Девочки, помогите, где шахта? Покажите. Разнылась так, разнылась. Обычно Мия меня бьет и ведет за собой. Вот, картофанка меня ударила, верно, побежали. Бейте ее, гасите Катюху, а то она ничего не понимает. Год учусь играть в Майнкрафт. Это шахта, да, Кать. Так, фиолетово, это уголь огня. Уголь купай, хорошо. По-моему, не я командир тут, а кто-то другой. Опа, так, у меня есть уже каменная кирка. Кому каменную кирку? Кому каменную кирку? Быстро, руку подняли. А у меня две каменные кирки. А зачем уголь нужен? А уголь, чтобы пережаривать тоже железо. Вам же нужно как-то будет сделать железо. А, ну тогда копай железо у меня, да, и камень бывает. Копайте, хорошо. Не железо, а уголь копайте. Копайте уголь, потому что нам 100% пригодится. Опа! Это кто такая? Это кто? Пупок, ты самый жестокий пупок, которого я только видел. Ты чё с моей тёлкой, ну девушкой, я имею в виду, извини, Кать. Ты чё с моей девушкой сделал? У меня нет теперь ни кирки, ничего. Я потерялась. Пупок, ты жестокий молодой взрослый человек, честно тебе скажу. Да меня опять убил кто-то! Тебя скелет убил! Тут уже как бы мои наркоманы ни при чем! Извините, я потеряла вторую кирку. Да что ж такое-то? Сегодня нам явно не везет. Мне кажется, кто-то проиграет. Проблема в том, что у нас как бы до сих пор нет ни одного железа, пацаны. Я предлагаю сменить дислокацию и пойти в другую шахту. Здесь нифига нет. Опа! У Никича два железа! Пупок, у тебя сколько? Пупок, сколько железа? Никич, ты здесь что, железную жилу нашел? Никич, а ну скинь железо. Дай я посмотрю на него. Скинь, я буду потихоньку пережаривать. Так, девочки, у меня, если что, три железячки небольшие такие. Кто-нибудь, идите, убейте его, пожалуйста, забейте все железо, как в прошлый раз они сделали. Кстати. Быстро дайте палки. Есть у кого-то? Опа, хлеб, да ты прям самый большой молодец. Блин, в прошлой серии я была намного продуктивнее. В это что-то у меня не клеится, ничего. Я вообще потерялась. Я одна где-то бегаю, непонятно где. Ну, в принципе, как обычно. Да мне даже копать нечем. Так, быстренько, кто-то сгоняйте за хавчиком, потому что мы здесь все сдохнем, если не будем кушать. Во вторую очередь мне нужно дерево. Кого на вылезку? Кто сталкером хочет быть? Давайте наверх, поднимайтесь, быстренько. Хлебушек, давай наверх. Только опасайся, там бабы. Ну, в смысле, девушки, извиняюсь. Я всегда почему-то мадмуазели и бабами называю, тёлками, тёлочками. А они все же мадмуазели. А у нас хоть сколько-нибудь есть железо, а? У девочек. Девочки, у вас есть железо? Давайте делитесь информацией, пожалуйста. Кто мне свет поставил? Кто такой молодец? Да, так, железо не забирайте, я его буду забирать. Никич, у тебя сколько железа? У тебя 5 железа уже? У тебя... Да, это читерство, я уверена. Девочки, я бы на вашем месте поспешил бы, ой, как сильно. Оп, мне опа, я бы сейчас захаваю доллар, а, вкусненько. Так. Это читерство, Алекс Пипипипка. О, ты слышишь, как тебя назвала? Алекс Пипипипка. Пипипипка. Угу, все понятно. Так, где ты его добывал? Ты смотри, только один экспонат уже... Сколько ты железа добыл сегодня в серии? 4 или 5? Капец, всякие андезиты, диориты, но только не то, что мне нужно. А, девочки, у меня уже 4 железа, если что. Да все, можно не играть. В смысле не играть? Вы бы так не сдавались быстро, а то в предыдущей серии как бы нас еще порвали. Кстати, по поводу предыдущей серии, тебе бы лучше посмотреть, как нас там тёлки разорвали. Прям сейчас тыкай на подсказочку, там у нас был Лего-мир. Сейчас у нас бабосский мир, там был Лего-мир. Да кто взрывает там что-то? Опа, у Алекса экспоната еще одно железо, а ты смотри предыдущую серию. Ага, здесь у меня ничего нет, здесь у меня... Капец, я уже столько всего нашла. Я нашла железо! Оооо! Одно железо нашла! Два железа!
ответа нашла! Стоп, Стасик, ты посмотрите, они сейчас нас перег... Я жарю, пацаны, я жарю, 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 пережариваю! Так, 5 железа. Подождите, Алекс еще 2 железа нашел. Алекс, давай тащи как можно быстрее, у нас с тобой уже получается тогда 7 железа. Давай, я в шахте, там где были... Телочки, у вас сколько железа? 3 железа я нашла. И ты 3? Железа, и у меня 3, да. Стасика... А, офигеть! У Стасика 4 железа, у Кати 3 железа, вы как нас перегнали? Пацаны, быстро, быстро тащите заберите мне железо! Заберите у меня железо, срочно! Никич, если ты прибежишь как можно скорее, мы выиграем! Никич, давай быстро, телочки сейчас быстрее нас пережарят! Господи, да, я потерялась! Ёхами, хлеб, найди Никича, быстро Никича найди, быстро Никича найди! Давай на улицу, быстро, 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 быстро! Никич, ты где? Ты где? Я вообще где-то в попе какой-то нахожусь. Да ты-то в попе, Никич тоже в попе. Никич, я возле вот этого данжа, куда вы прыгали. Быстро, 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 пока на меня не наткнулись всякие там эндермены и зомби, и скелеты. Никич! Как мне выйти теперь отсюда? Я вообще потерялась, я не знаю, где эти скелеты, меня убивают, Кирка. Реально, еще Кирка. Бабай, пацаны, как-то нам не очень везет. Здравствуйте, здравствуйте. Иди сюда, пюрешка! Тут криперы, тут скелеты, помогите, я потерялась, я вообще в какой-то попе. Кать, на самом деле у нас ситуация не лучше. Нашего электричка убили монстра, у него было 4 железа, и мы уже могли затащить. Понимаешь? Пацаны, вы... копайте, 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 пожалуйста, быстрее, нам еще 4 железа. Какие 4? Нам 3 железа нужно. Алекс, кому ты как вообще? Кому отдать железо мое? Кому отдать железо? Кать, мне отдай. Кать, пожалуйста. Тебе отдать? Мне, да, да, давай, давай, давай. Я нашел железо! Я еще одно железо нашел! Пацаны! Давайте, давайте, давайте! У меня 6 железа! Мне еще 2 железа нужно! 2 железа! Давайте, давайте, миленькие мои, пожалуйста, принесите мне еду, пожалуйста! Никич, ты где железо профукал? Быстро давай, сгонял! Блин, мне копать нечем, дайте кто-нибудь Кирочку, пожалуйста! Хлеб, помоги, пожалуйста, Никичу сгоняйте за железом. У него было 4 железа. Я попытаюсь сейчас найти еще 2 железа. Возможно, мы так сможем затащить, я не знаю. Но лучше бы, конечно, пойти забрать те 4 железа, пока бабы не нашли. О, Никич, Никич. Сейчас. А что, какие у нас успехи? Мы можем выиграть? У нас есть шанс выиграть? Ну-ка, кто-нибудь сообщите мне. У вас больше шансов, чем у нас, если что. Вы нашли как-то железо буквально за 30 секунд, когда у нас уже все было. Но Никич почему-то умер. Так, я нашла только 3 железа в одном месте. Вот-вот. Давайте, 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 давайте. Опа, еда, еда. Кто принес еду? Отдельное место в Майнкрафт раю. Никич, ты принес что-то? Поделись, пожалуйста. Он ничего не принес. Никич, на кирку иди копай. Иди копай быстро. Иди копай. Вот кирка, иди копай. Пописячный, пописяка. У нас 6 железа. Нам еще 2 нужно. Пацаны. Нам нужно справиться. Я уверена, что я сейчас найду, и мы выиграем. Я прям вот чуйка чую, вот как Человек-паук чую, прям. У тебя и в предыдущий раз какая-то чуйка была, но ты что-то ничего не нашла. Эй, не надо! Зато сейчас 3 железа нашла, я вообще горжусь этим, до конца жизни буду гордиться. Хлебушек предатель! Он походу за баб играет, он опять вышел, как в прошлой серии Никич Электричка. А Аня нашла 3 железа, 4 железа, 5 же... Да откуда вы 5 желез нахуй? Вы чё, с ума сошли? Иху! 6 же... Выиграем! Пацаны, пацаны, пацаны! Ладно. План, план АБВГД. Никич, давай быстро, быстро спускайся, быстро спускайся. Быстро, я сказал. Ой, 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 блин, ой, ой, уже ой, рядышком, ой. Рядышком, я прям чувствую, сейчас найду, найду, найду. Если мой план оборвется и меня загасят на улице, помните меня как хорошего командира. Ну, плохого, я бы сказал. Блин, я уже в такой попе. Собака! Нет! Пацаны! Я просрал всю свою... Никич, поднимай, 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 поднимай! Я 2 баб загасил! Никич, текай зор! Слушайте, ну у нас дела на самом деле ну такие себе. И пупок вышел, и хлеб вышел. Пацаны, вы чё такие-то предатели, не могу понять. Ой, ёха, да и баба, это было как-то жестко. У вас есть нагрудник? В смысле у вас есть нагрудник? Откуда у вас нагрудник? Вы, Катя, уже скрафтили нагрудник? Да. Катя, ты где? Покажи, я не верю, что у тебя есть нагрудник. Я не скажу, где я. Ну я не верю, что у тебя есть нагрудник, ты походу обманываешь меня просто. Мне нужна кирка, у меня закончилась, сломалась.
Я копаю рукой. Мне нужна кирка. Ну слушайте, пока Катя не придет и пока Катя не покажет то, что у нее есть железный нагрудник, мы продолжаем играть, потому что они просто могут нас обманывать. Это, знаете, такая тактика, запудрить нам голову. Стасик. Кто-нибудь спасите меня ради... Блин, я в каком-то лабиринте, без кирки, без ничего, без еды. Помогите мне, пожалуйста. Я опять не могу выбраться, я просто в каких-то лабиринтах непонятных. Пацаны, сколько у нас железа, скажите, пожалуйста. У меня на самом деле ноль. Я прокакал все, потому что меня крипер взорвал. 7 железа! У нас 7 железа! Я нашла! Господи, я их нашла! Не, я не верю. Ну, покажи железный нагрудник, покажи! То мне кажется, вы нас просто обманываете. Сейчас, Никич, не бей пока никого. Не бей. Катюх, покажи нагрудник. Вот. Только не бей меня! Это получается у нас счет 2-1. Нам не хватило одного железа, чтобы затащить девок. Класс, меня убили. Опа! Никич убил Катю! Никич, давай нагрудник! Дай нагрудник! Нагрудник! Алло! Алло! На меня тёлки начали! Да я больше не хочу играть в эту игру! Вы понимаете, у нас счет 2-1 за последние 3 серии лидируют девушки. Потому что в предыдущей серии мы решили девушкам сделать поблажку и отдали им все железо. Оказывается, зря. Так вы взяли и скоммунизили его, так нечестно, этого не было в правилах. Что можно ударять там и забирать, воровать. Сейчас есть это в правилах. Ну классно! Я благодарю маму, деда, папу, Гагу, Галю, бабу, деду, мамину маму, что помогали нам, поддерживали. Мы в этот раз снова выиграли. Спасибо моим девочкам-помощницам. Мы все молодцы, справились, и пацаны, лошары! Фу-фу-фу-фу! Вот так ничего, вот. Ничего. Ставь лайк, я обещаю то, что я сразу же выпущу новую серию, и она выйдет как можно скорее. Где мы порвем этих баб уже в конце концов. И мы не будем им никак поддаваться. А то, посмотрите, мы такие думаем, девочки, давайте мы им поддадимся. А они, девочки, оттащат нас уже 2 серию подряд. Пацаны, дайте биту. А я всем говорю огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и хорошего вам настроения. Главное, ни с кем не драться. Кроме нас. Пацаны, забирайте у нее этот железный нагрудник! Давайте! Я на нее! Пацаны, давай! Пупок, вали ее! Вали! Стасика! Не! Стасик! Самая агрессивная! Ну, опа! Стасика убил! Еще Аню! Валите Анчоуса! Опа, убил! Ну все. Нагрудник у меня, но пока что еще не у меня. Стасик, отстань, пожалуйста. Опа, все, я валю, а то у меня как бы полсердечка. Всем спасибо за просмотр, всем пока.